Сегодня утром произошло чудовищное событие, и вы все знаете, арестовали одного из нас, и не просто одного из нас, а одного из лучших из нас, режиссера Кирилла Серебренникова. И мы обязательно, я вот сейчас транслирую просто какое-то общее нашу мысль, я хотела сказать, что мы вообще с вами видели, конечно, многое, читали о разном, но такого, мне кажется, мы еще не видели, чтобы режиссера забирали со съемочной площадки фильма, который он снимает, это, конечно, какой-то уже предел. И, наверное, символично то, что фильм, который он снимал, это фильм снимает фильм о Викторе Цое, который в свое время, в общем, тоже мало кому нравился. Но вы знаете, что вот эти люди, кому он не нравился, кто они, где они, большинства уже нет, и мы не помним их имен, но Цоя мы все знаем, помним, и сегодня он как никогда актуален, и, насколько я знаю, сегодня снимается целых 3 фильма про Цоя. Я верю, что эта чудовищная травля закончится, и Кирилл вернется туда, где ему место, на съемочную площадку, и мы с вами увидим обязательно фильм про Виктора Цоя, и увидим балет про Нуреева, и увидим еще много прекрасных работ этого талантливого человека. Единственное, что я хочу сказать, завтра мы все, кто стоит на этой сцене, и наши друзья, мы будем в 12 часов у Басманного суда, потому что завтра там будет слушаться дело о мере пресечения для Кирилла Серебренникова, и, конечно, мы все завтра будем там. Поэтому я никого не призываю, но мне кажется, если вам не безразлично, мы будем рады вас завтра там увидеть. Спасибо!